Ну, здесь я знаю, что есть двадцатки карпы, есть амуры неплохие, да? Мы именно за этой рыбой приехали с тобой. Да, амура, я думаю, очень мало, потому что по видео, скажем, на YouTube-каналах, ну, люди очень мало ловят амура. То есть, если Поэтому мы поймаем, это будет удача, да? это будет, да, это будет Бомба, очень, да? очень хорошо. В основном здесь много карпов. В основном карп. Так. Ну это, слышь, это посерьезнее уже. А, амур. Амурчик. Вот видишь ферментированную кукурузу и набоил этот. Заведешь сам помочь? Амур, друзья, хо-хо-хо, наконец-то. И не поверишь, да, набоил, блин, этот ричеврский. На динамине. Ты представляешь? А ну, держи. Давай быстрее, блин, сейчас. Так, выбираем крючочек. Засечка прям центральная. Так, и есть. Так, снимаем. Сматываем. Так, друзья, истина, момент истины. Сколько ж мы его тут затянули. Насколько? Ну, поднимайся. Сань. Сейчас я нуль. Да, нуль. Поднимай, я сниму. 13. 13 минус полтора. 11,5, да? Угу. Ху-ху, друзья, это мой рекордный амур, кстати. Это мой рекордный амур. Таких амуров еще не ловил. Запшикать. Правда, утранка небольшая. Ранка небольшая у него тут. Это рекордный амурчик. Так, полили водичкой опять. Давай, только. А? Бери, бери сам, чаяк. Так, бери, я тоже возьмем. Вот это амур. Не дается, друзья, нам сделать амура. Амур такой, что давай выпускай. Его надо отпускать. Пошли туда ближе. Фу. Вот это ты, друг, нам помотал, да? Да не то слово. Офигеть. Давай, друг, мой трофейчик, мой бигфиш. По амуру. Фу. 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 Посмей меня. Вот это он вымотал меня, это пипец. Что такое амур, да? Это не карп. Да. Махина такая. Фу, с ума сойти. Ну что, вот это. Фу. Вот это теперь уже адреналина получил. Кайф. Ну что-то уже хорошее поймали. Уже не зря сюда приехали. Все, спасибо, Александр. Александр нас поснимал, нас подснимал. А ну, футболка. Не, наоборот, переверни. Вся футболка мокрая. Так у меня все, я все мокрый, смотрите. Все, футболка мокрая. Я весь мокрый. Вот это у нас жару дал. Фу. После такого амура немного мандраж. Первое такое уже волнение прошло. Поймали мы. Опять работал динамит, бойл от динамита фирмы.
Он меня уже выручает сколько раз, уже, ну, просто супер. Мы сегодня, мы, наверное, на сколько получили? Наверное, уже я на ночь ушел от него. Мы не получали поклевки, не знаю. А сегодня поставил, он уже третья поклевка на него. Да, на динамит. Один у нас был такой сход конкретный, друзья, тоже. Скорее всего, амур был. Я поменял крючочек, выставил монтаж. После схода сразу монтаж поменял, потому что вся причина, если у вас сходы, вся причина все равно в монтаже. И у них не было, да, и у них больше не было поклевок. Друзья, выкидываю себя со стиком. Все-таки у нас водоем спортивный. Здесь оснастка, чтобы презентация оснастка ложилась ровно и крючок не запутывался во время заброса, мы используем стик. Вот, стик наш. Вот так у нас выглядит оснастка. Вот эта оснастка поймала у нас этого, можно сказать, для меня гиганта. Первый мой трофейный амурчик 11500. Ну все, друзья, не переключаемся. Обязательно ставьте лайки. Смотрим дальше. Да, ставим лайки обязательно. Заходите, комментируйте. Интересна вам рыбалка именно на спортивных водоемах или все-таки на коммерческих лучше? Или где-то на дикаре, на карпа, да? На дикаре, за карпа, скажи, Олег, мне некоторые говорят, Олег, съезди на дикаре, за карпа, покажи, как умеешь ловить, ловить на дикаре. Ребята, ну если там нет на дикаре карпа, то и карп на дикаре не так легко поймать. Да, дикарь, там надо развивается, надо ехать хотя бы суток четверо-пятеро, да, потому что... И кормить, приучить его на буры, на это. Ну ладно, короче, трындеть, выкидываемся, ловим дальше. Три кукурузки сработало. Угу. Так, ну показывайся, что ты там? А это карпуша. Карпуша. Такой небольшой. На ферментирную думал. Опять, наверное, думал. Нет. На этот раз карп. Здесь три кукурузки, как я и говорил. Так, три кукурузины. Фу-фу-фу-фу. Мелочь, но приятно. Где ты за пища? Так, обработаем ранку ему. Есть, друг. Так. Ну что, отпускаем родную стихию. Вот тут сразу его и отпустим. Его заснять. Ну давай, паровозь. Давай. Смотри, ну что это такое, да? Противный водоем. Что за тюлька? Что за тюлечка? Сопротивляется? Не с переляку, конечно. У нас уже вечереет. Сейчас. А? Причем вот поставил чистый лайфсист, кажется, сюда. Или... Один бойл вот тут? Сезимуровский, да? Или сюда я сливу, сейчас посмотрим. Или это слива с кукурузкой. Тура Сезимур? Не. Ну, кукуруза технокарповская. Mm. Тутти-фрутти. И элкобайц. Mm.
варенка слив. Да, заходите, вы можете все это приобрести здесь. Друзья, смотрите, основа улова, все для улова. Надо продолжение, все для улова, основа улова, все для улова. Доставай его. Упирается, не хочет, да, поднимать. Ох, о, первый раз чешуйчатый. Слышь, я только говорил, что упирается этот. Первый раз, друзья, смотрите. На как под вечер у нас клюнул в чешуе. И чешуя такая за пятерку, по-моему, да? Пятерка, да. Пятерка, по-моему, должна быть. Первая чешуя. Оп. Есть, давай удочку. Давай, сейчас, подожди, не доставай его. Сейчас мы сделаем мат. Немного польем водичкой. Как положено. Мы же спортсмены теперь с вами, друзья. То мы были так любители, да, Александр? Конечно. До этого. А теперь мы спортсмены. Сейчас мы его взвесим, наверное, да? И сфоткаемся. Ну такой, да, должна быть пятерочка, друзья. Сейчас нам Александр ее покажет. Так, есть. А ну давай фотку. Фотку на память. О, красава. Давай поближе. Это не амур дается фотографироваться, да? Вот тут уже, наверное. Так, ну что, давай взвесим. Давай ранку, наверное, сразу. Обработать. Ну, я тебе скажу. Проколов я. Не видно, да? Не вижу. На, держи. А, це ус. Держи. Обработаем ему раночку. Доктор Айболит Александр. Покрасил ему губы в зеленый цвет. Так, ну что, теперь давай взвесим этого красавца. Небольшого. Первого чешуйчатого. Да, первая чешуя. На водоеме. Так, что у нас тут ноль. Держи. Сразу минус полторушка. Отнимаем полтора килограмма. Сколько? Шесть двести, да. Минус полтора. Ну, почти пятерка. Нема пятерки. А, Олежка чуть-чуть ошибся. Ах, Олежка такой. А на вид? А на вид, да, такой. Все шесть. Все шесть, да. Или хотелось, да, чтобы было шесть, все шесть. Ну, уже, скажем. Ну да, это есть. Уже да. Чешуя чуть-чуть покрупнее. И пошла чешуя. Как вот он поется в песне. Ох, ма, чешуя, да, не поймаешь ни... ничего. Ничего, да. Смочили. Динамит был. Опять поклевка на динамит. Стреляет хорошо у нас. Фруктовый динамитик. О, этот карпуха. Иди приблизь. Это желтухой болеет. Че, краснуха, да? Правильно. Краснуха. Краснуха, да? Да, ну, краснуха? Ну вообще, да. Лечи. Ну, это... Краснуха это? Да, вот это даже не знаю, не, как бы обычно больше пятна. Ребята, знаете, можно, ну, может, оставляйте больше в комментариях, что это. Побрызгай, ну, смотри, на нее, на вот ту фигню. На краснуху? Ага. Сейчас усю ранка, сейчас с той стороны перевернем. Тоже видишь, что-то красное или хищник, может, разодрал. Но больше на краснуху похоже. Может, я ошибаюсь, пишите в комментариях, что это. Краснуха? Нет. Потому что я пока здесь не понимаю. Болеет ли здесь вообще краснухой кар на спортивном интересном водоеме? Может, это так. Предположение. Так, давай. За папой, мамой.
А давай. Не хочет, выходи. Да блин. Все, пошел. Ну что, банда, вот наша рыбалочка, спортивная рыбалочка подошла к концу. Скажу, устал. Я за два дня так устал. Натягались этого тузика, как говорится. Намахались этих удилищами. От трешек до пятерок. У нас, я не знаю, сколько поклевок, мы их все не считали, но поклевок было очень много. И хотелось бы, конечно, поймать здесь бигфиша. Немного не удалось нам поймать карпуша какого-нибудь большого. Ну, как раз эти два дня, что после соревнования, мы приехали после соревнований, у всех практически ничего не было. У всех по водоему были одни тузики. У соседей у нас там поймали ребята через один сектор, поймали одну восьмерку всего лишь. А заточенные, видно, уходили на точку, кормили 130 метров. Ну, хорошо, ребята кидают, видно, что спортсмены, такие капитальные спортсмены. Но мы все равно, нам удалось здесь поймать 11500. Один бигфиш у нас был. Да, это мой, кстати, бигфиш. Амур, ну, карп у меня был по размеру больше, а Амур — это мой первый такой трофейчик. Амур такой капитальный. Что еще хочу сказать? Ну, скажу, что получил какой-то опыт. Первый опыт мой, какое-то что-то интересное, что-то совсем другое. Познакомился, как надо рыбу в мат ложить, как надо ее выпускать, как ее надо целовать, как ее надо септиком. Да, септиком. Никогда до этого я этого никогда ничего не делал. И, возможно, мы эту тему еще как-нибудь погуглим. Я больше уделю этому внимание, больше времени. По насадкам, что ты хочешь сказать? Как отработал? Ну, Сисимур отработал на ура, скажем так. Ну, да, поймали много, ты у тебя это было тройков, пятерок, да, чешуйчатый отличился. У меня не было ни одного чешуйчатого, ты двоих, и один у тебя сошел. Один сошел, один сошел. Да, и все это на Сисимур. У меня динамит тоже неплохо, ребята, стрелял. Но у меня все было зеркалка, и даже на динамит я умудрился поймать этого амура. Но я думаю, там не в динамите дело, а то, что я кормился ферментированной кукурузой. И, скорее всего, просто амур, когда зашел в точку, просто начал хапать все подряд. Так, ну что, друзья, пишите в комментариях, понравился у вас, как Олежка съездил, кстати, на этот, с Александром съездили на спортивный водоем, понравилось? Хотите вы еще, чтобы я поехал на такой водоем? Потому что я не знаю, как бы вроде бы, может быть, лучше ездить на такие водоемы коммерческие, для вас это будет больше интересно. А один раз съездить, скажи, Олежка, все, нам хватит, мы поняли, больше не надо. Ну, а с другой стороны, не поймали бигфиш, есть повод вернуться сюда и все-таки победить этот водоем. Ну что, друзья, может быть. Да? Ну что, друзья, понравился видос, с вас обязательно лайкос. Но, как говорится, мы не прощаемся с вами. Мы вам говорили только говорим до свидания. Ну все, друзья, давайте. Все, всем пока. Пока-пока, друзья, пока.